На верность долгую стране в пятницу утром присягнули недавно аттестованные сотрудники уголовно-исполнительной службы. Присяга – это очень торжественное и важное мероприятие. Для офицеров – настоящий праздник, поэтому они в парадной форме одежды. После присяги, можно сказать, сотрудники официально получают право носить погоны, а вместе с этим ряд обязанностей. Теперь, находясь при исполнении, они несут ответственность не только за себя, но и за всех людей в форме. Настоящий офицер – наверное, это продолжатель старых русских традиций. Это человек, который предан своему государству, своему долгу. И это не просто обязанности офицера. Они намного обширнее, но прежде всего это порядочность, честность. Марина работает в уголовно-исполнительной системе с августа 2016-го. Начинала обычным врачом-лором, затем аттестовалась, теперь ждет карьерного роста. Считает, что носить погоны – это прежде всего ответственно, а уж потом только престижно. Да, это очень торжественное, ответственное мероприятие. Первый раз у меня такое мероприятие. Я надеюсь, что все-таки уголовно-исполнительная система даст мне возможность карьерного, профессионального роста. И я буду начальником военно-врачебной комиссии. Торжественную присягу принесли 10 человек из различных подразделений службы. Медики, сотрудники конвоя, спецназа, офицеры главного управления. После собравшиеся возложили цветы к мемориалу погибшим при исполнении должностных обязанностей сотрудников службы. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.